Game on. Всем привет, друзья, с вами Мума. Сегодня будет охота снова на тиммеров. Это, по-моему, 11 серия, если я не ошибаюсь. И, блин, сейчас я вам покажу киберспорт, да? Хотя, шучу, его там нету, но там есть очень много тиммеров. Так что будет весело. Даже если ничего не получится, все равно сам процесс, он очень прикольно получается. Так что обязательно закидываем 15 лайков. Я выпускаю досрочное продолжение по этой рубрике. Обязательно не забывайте подрубать мой код ММА. И, кстати, смотрите, что у нас здесь есть. Давайте, ладно, надо такой скинчик заслужить. Если сейчас против тиммеров затащу каточку, то тогда куплю себе такой скин и посмотрим, подарит ли Пинс, как это было с Эль Прима. Ну что, пожелайте удачи и поехали. Карта у нас убежище называется. Кто здесь может быть? Слишком много вариантов. 970 на Броке. Проверим. Окей. Прима, Эдгар, что? Неужели старая тема? Не, проб. У меня прыжок есть, Эдгар не страшен. Чё? По-моему, я ещё колет возьму. По-моему, следующую катку я беру колет. Пипец, это что за разводняк? Вы чё, колет что ли давно не встречали? Мне хана, ребят. Давай, давай, Фрэнк, идем. Давай, до свидания. Все, мне хана. Но я одного уж забрал. Второго забрал. Ну, теперь это мой конец. Блин, ну это было хорошее, как говорят, ну вот, давай, отлетай, вот тебе и карма, докрутился. Короче, как говорят, nice try, да, сейчас была реально хорошая попытка, потому что Фрэнк, ну один Фрэнк меня мог просто там забить, все гаджеты потратил. Я сейчас возьму колет, и мы посмотрим, какие вы крутые пацаны, вы реально на себя много берете. Но, правда, единственный есть интересный нюанс, что не факт, что с колет сейчас будут именно эти типы. Но если будут, давай, прям жажда. Колет. На 4 кубаса меньше, 966. Вот клянусь, ну или 5 там кубасов, точно не помню. Вот клянусь, сейчас будут просто другие персы, я вам отвечаю. А я не знаю, как подбор это работает, но он любит, очень любит троллить. Если ты берешь Мортиса, тебе там против Джеки кинет. Ты бери метателя, тебе даст против какого-нибудь там, реально, Мортиса, Эдгара и так далее. Ну, сейчас проверим. Но все-таки, сейчас посмотрим, какой. Как Фрэнк такой уверенный идет. Ну, давай, бро, посмотрим. Будешь ли ты сейчас тут так ходить? Уже Леон какой-то. Звук вальта слышу. О, колет. Здорово. Здорово, Примчанский. Как ты, братишка? Поживаешь? Хорош. Так, Леон, вольт. Макс. Нифига ты, попутал что ли? Просто берешь банку, забираешь чужую. Фрэнк, где ты, мой друг? Иди сюда, сладкий. Бро, уже не такие вы смелые, да? Где еще танки эти?
Калет хорошая, кстати. Можно ей даже топ отдать, если получится. Шелли, Шелли тоже красивый. Блин, бро. Ребят, походу на скинчик мы почти заработали. Сейчас Кро поможем, он не агрился. Хорош. Давай, забирай, мне пофиг. Возьми себе. Бери себе топ. Пофиг на этот топ. Нам самое главное всех танков раскидать. Мы это сейчас сделали. И чуть, ребят, на голос не обращайте внимания. Что-то нос заложен. Чуть фигово себя чувствую. Так что где-то, может, буду не доигрывать. Но какой? Какой цвет выбрать? Я не знаю. Если я брал... Блин, ну вот это, по-моему, круче выглядит, нет? Сочетание. Хотя тут тоже офигенно. Название. Рубиновый, изумрудный. Что дороже, изумруд или рубин? Кто в курсе? Сейчас погуглю. Короче, там целая наука. Как пишут, все зависит от самого камня. Один офигенный рубин может быть круче изумруда, и другой изумруд может быть круче рубина. Но в целом там где-то писали, что где-то отголоски были, что рубиновый, он может быть все-таки чуть-чуть где-то дороже. Но, конечно, там все, конечно, от камня зависит. Но вот поэтому мы берем вот этот. И погнали посмотрим, будет ли у нас на него пинтик. Да, есть, есть пинтик. Забираем его. Офигенский. Так, Спраут. Ой. Ну что, одну карточку заценим и вернемся к охоте нашей. Хотя можно здесь пойти, но можно пойти в дуо. Потому что с Спраутом в соло будет тяжело. Возьму рисковую связку. Это не хил, не броня. Чисто перекрытие, чисто дальние тычки. Окей, мистер Пи. Блин, нож он прикольный швыряет. Жалко, правда, пинсик не анимированный. Но я думаю, со временем сделаю. Вот этот сердечко и то поприкольнее на данный момент будет. Ёшкин кот. Брока пока не буду агрить. Хотя он сам агрится на нас. Блин. Мистер Пи потеряли, так бы смогли бы, может быть, их задавить. Ну ладно, скинчик прикольный. Погнали, Калет вернемся к нашей охоте. Шелли. Лови аптечку называется. Ну-ка, иди отсюда. Надо все забрать банки. Тут кто-то бил, или это я был? Как я сказал, тут кто-то бил, или это я был? Все, 5 банок. Иди сюда, Фрэнк! Где, дорогой? Помнишь, на Броке я катал? Это не ты был, твои друзья, но тебе тоже придется за них отвечать. Когда ты берешь Фрэнка, и кто-то мне писал: не бей Фрэнков, им тяжело апаться. Бро, Фрэнка можно на изи апнуть. 3-3. Да, знаю, команду тоже тяжело найти, но... Но типа вот... Ну, допустим, меня часто спрашивают: ММА, помоги... Ну, там апнуть, помоги тут. Ребят, когда я только начинал играть, я никому нафиг не нужен был. Я просто ходил по кланам и искал тиммейтов. Вот так это делается, а не кто-то будет типа здесь тебе помогать. Нужно уже, да, привыкать к более... Ой, что у нас тут? Покатушки? Покатушки у нас тут, а? А ну разошлись! Нормально их напугал. По идее, он меня, главное, чтобы дабл станом не убил.
А так, в принципе, он не особо страшен. Мортис. Ринг бадабум. Гел. Мне хана, ребят. Блин, Гел со своей ультой долбаный. Ладно, ладно. Сейчас мы вернемся. Давай, давай. Вот смотри, отправляй дизлайки. Ух. Сейчас поговорим мы с вами со всеми. Я просто не думал, что он так агрессивно пойдет. Типа, своей жизнью должен был прям рискнуть, чтобы это сделать. Но мне надо было спрятаться за стенку. Мне надо было прятаться за стенку, чтобы меня в дым не унесло. Я бы его потом бы за это наказал бы. Даже если бы меня убили, я бы хотя бы его с собой забрал бы. Не, ну ладно, Пэм еще более-менее. Вот Биби я точно доверять не буду. Это еще те подхалимы. Этих танков. Он добил. Окей, погнали. Все-таки хотя бы одного товарища надо найти, иначе вот эти 5-6 человек тебя сожрут просто. А что тут карта так раскрыта? Он типа ульту, что ли, так копил? Ой, бычок, здорово, бро. Здорово, Эдгар. Вот твои братюни залетали люто. А чё ты быка-то не трогаешь? А, я понял, ты его просто скрыш. Ладно. Ему тоже нельзя. О, еще сладенькие танки. Танки, танки. Гасите танков, они должны вылетать сразу. Кому нужны, да? Дизлайки сразу отправляю, что-то еще. Брок, правда, красануть может люто, но кофе. Бедный Пэм, на нее просто накинулись. Там полетело просто все, что было. Вот кто только стрелял, я сразу тапнул ультой. Не подходите ко мне. Теперь тик. Ты ёшкин кот, ты две ульты меня полетели. Ну ладно, попи. Тик выиграл. Реально? Ну ладно, самое главное, всех танков выкинули. Погнали еще, я думаю. Хочется вот прям жестко, чтобы вот 5-6 танков. Вот так от вот гейл. Если бы там была опасность в гейле и в базе. Ну еще и карта поджималась, у всех ульта была. Фрэнк застанет, может, и так далее. Но, блин, очень близко вот была расплата, чтобы они друг друга гасить начали. Это самое приятное, когда ты их поддавливаешь, и у них уже все, выбора нет. И они просто друг друга начинают месить. А эта тема, она и касается вот этой фигни. То есть ты теми сейчас людьми, которые будут просто ждать хороший момент. Есть, конечно, достойные. Но как ты их проверишь? Можно проверить только самопожертвование. Вот только так. Вот Фрэнк, это хорошо. Люблю Фрэнка встречать, когда я на коле. Ладно, давайте пока банками займемся. Чё стреляешь? Окей, Макс можно доверять. Фрэнка надо искать. Так, минус Фрэнк. Бык. Прима. Прима. Минус прима. Все, три танка уже отлетел, еще один остался. А нет, это уже Шелли. Это Шелли.
Макс все, что делает, просто ходит, банки собирает. А стрелять хочешь? Хочешь хотя бы чуть-чуть пострелять, не? Раз, два, три. Еще кто-то. А, еще Вольт остался. Окей. Он по-любому сейчас прыгать будет, надо подальше держаться. Читаем. Теперь ждем развязки. А что за звук такой? Шуршание какое. Вы слышите его? Это, по-моему, от бита. Да, уже недалече. Ну все, ребят, танков мы довольно-таки много выкинули. Но можно еще одну решающую. Тут сколько танков, просто нижний ряд 5. Фью. Тут тоже 5, офигенно. Вот это рай. Чисто, чисто для глаз. Давайте еще, наверное, ласт и будем на этом завершать. Так, Мортис. Спасибо за баночку. Если будешь так же дальше делиться, то, может быть, помогу тебе занять повыше место, если, конечно, самого получится это сделать. О, здорово, сладенькие мои, как же я... Блин. Стум, Макс. Чё, Макс? Стул, вот стул больше всего напрягает. Смотрите, какие токсичные. Найс, найс, Брок, хорош, Брок! До свидания, после стана. Не, очень долгий стан. Ну ладно, мы, по-моему, всех выкинули. Остался Мортис, да, ребята. Несмотря на то, что я отлетел пятым, катка была успешной. Там нормально, два Брока тоже загрелись и... Меня Фрэнк станет, я просто уже через стан потом тычку дал и уже из-под броков не вылез. В общем, как-то так. Надеюсь, вам эта охотка понравилась. Мы с этой охоткой смогли заработать, так сказать, заслужить скин. Купили его, затестили и выкинули всех танков, которые только могли быть. Хотя хотел на броке покатать, но вы видели, да, что делают танки. Они просто как тараканы бесконечно давят. В общем, с вами был ММА. 15 лайков и выходим на продолжение этой рубрики. В общем, всем удачи и всем пока.